Добрый день, вас приветствует луч. Коллекция мужская, трусарди джинс плюс куплс. Лот номер 13. У кого там везучее число 13? Начинайте просматривать этот лот внимательно. Итак, поехали. Эти шерстяные поло есть в каждом лоте. В лоте номер 13 их 3 единицы. Разных размерах M, L, XL. Следующая единичка. Джемпер в очень красивом таком темном бутылочном цвете. Размер M. И обратите внимание, очень полномерный. Он не маленький. Давайте посмотрим этикеточку. Так, тут шерсть, ищем шерсть. О, тут вообще состав 100% шерсть Virgin. И вот такая вот этикетка здесь. Это фабричный сток. Сейчас сюда внутрь залезу, не залезу. Не буду насиловать, потом следующую этикетку покажу вам. Фабричный сток. Все модели полномерные. Брюки с отличной длиной. Эти у нас в размере 46. И то, что я обещала, этикетку. Все на месте. Микровельвет, размер 50. Эти джинсы в 38 размере. Смотрите, как здесь элегантно эта вышивка сделана. Эти пиджаки также у нас в каждом лоте. В этом лоте 48 и 54 размеры. И перешли мы к блоку верхней одежды. Почему я так сказала? Потому что все лоты состоят у нас из трех блоков. Это для того, чтобы вам было удобнее просчитывать цену. Мы просмотрели перед этим блок одежды трусарди. Там ценник 18 евро за единицу. Перешли к блоку верхней одежды трусарди. Цена 39 евро за единицу. Размер 50. Косуха 52. Классическая джинсовая куртка 54. С капюшоном легкая, ультралегкий пуховик 56 размер. Красивая градация цвета. И начинаем просмотр одежды Couples. Couples — это французский бренд. Бренд относительно молодой, но он завоевал уже сердца парижских модников. В его показах рекламных участвуют такие звезды и известные модели. Тина Кунаки и супруг ее Винсент Кассель, бывший муж Моники Беллуччи. Наверное, он все-таки будет как бывший муж Моники Беллуччи. Одежда, знаете, у них философия, что тот, кто носит одежду Couples, никогда не будет одинок. Они выпускают парную коллекцию женщины и мужчины. Кстати, вот сейчас Таня брюки покажет нам. Тут такая сумасшедшая клетка. Она так красиво смотрится. Очень крутая. Прямо используют натуральные ткани, шерсть.
Вот это шерстяное поло. Шерстяной джемпер. И сейчас буквально там пару единичек и приступим к просмотру верхней одежды. Блок верхней одежды Couples. Очень много линий. Вот мы увидели и спортивную, и классическую, и джинсовую линию. Ну, давайте верхнюю одежду смотрим. Это красивое черное пальто, классика. На рукаве внизу идет у нас замочек брендированный. Далее парка с натуральным мехом. Внутри еще плюс жилет. Жилет пуховой. То есть можно на Северный полюс в этой куртке. И бомбер. Искусственный мех. Кстати, на верхней одежде у них вот эта вот такая деталь. Очень интересная, не знаю зачем. Внутри тоже здесь очень-очень тепло. Здесь тоже пух. Это тоже наполнитель пух. Здесь можно отбить стоимость лота только на верхней одежде. Все остальное это будет ваша прибыль. И переходим к блоку аксессуары. Аксессуары — это у нас шапки, шарфы французского бренда Джот. 6-8 единиц в лоте. Вы можете в описании посмотреть точное количество. Цены я озвучила. Также в описании вы найдете наши контакты для связи с нами. Подписывайтесь на нас, лайкайте. Будем рады сотрудничеству. Всегда на связи ваш луч. Пока!